На загруженных участках в центре Уфы появились новые зоны, где запрещена остановка транспорта. Дорожные знаки установили на пересечении улицы Цюрюпы с улицами Достоевского, Закива-Лиди, Кирова, Коммунистическая и Чернышевского. Основная задача организации таких зон – увеличить пропускную способность и уменьшить количество пробок, говорится в сообщении администрации Уфы. Уфа занимает 69-е место в рейтинге средневзвешенных цен на автомобили. По данным Автостата, в столице новый автомобиль в среднем стоит 964 590 рублей. Отмечается, что основная доля покупаемых автомобилей в Уфе приходится на массовые иномарки – 74,5% от продаж. Зарубежные автомобили премиум-класса приобрело 10% жителей города. Оставшиеся 15,5% приходится на отечественный автопром. ГИБДД предложила новый способ защитить пешеходов и пассажиров общественного транспорта. По мнению госавтоинспекции, остановки общественного транспорта необходимо приподнять. Либо делать высокие бордюры, либо размещать павильоны на возвышенных площадках. Эксперты считают, что более высокие бордюры – правильная, но далеко не единственная мера по защите пассажиров. К примеру, также эффективными могли бы быть специальные столбики и отбойники в районе остановок. Однако стоит понимать, что речь идет все же о дополнительных мерах. В случае, если водители и дальше будут нарушать скоростной режим, то они продолжат травмировать пешеходов. На этом дорожные новости подошли к концу. Далее смотрите рубрику «Твое мнение».